Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И сегодня хочу вам показать интересный материал, на который я наткнулся. Называется материал 20 горячих продуктов на Амазоне. Итак, без лишних комментариев перейдем к первому продукту. Просто прошу обратить внимание на цену. Средние продажи в день, средняя выручка в день и чистая прибыль в месяц. Прибыль рассчитана из расчета 40% доходности наценки. Все ссылки на данные товары есть на этом файле и всех остальных. Просто пролистаю, а вы посмотрите. Итак, это один из товаров, ножи кухонные. Другой товар. Миски кухонные. Листать буду с небольшой задержкой, чтобы вы видели цифры. Следующий товар. Медная кружка. Следующий товар. Средства по уходу за собой, скажем так. Следующий товар. Опять же, средства гигиены. Еще один товар. Всем нам знакомый. Палка для селфи. Обращайте внимание на продажи в день средние, выручку в день и прибыль в месяц. 125 тысяч долларов в месяц приносит только один этот товар своим продавцам. Это USB для автомобиля. Это выпрямитель, скорее всего, для зарядки устройств. $142,500 в месяц. Это детский крем. Это гигиенические салфетки, влажные салфетки. Второе место в рейтинге продаж. Цена $10. Они в таких круглых баночках. Это тоже крем интимный. Это LED лента, так называемая LED фонарик. 30 тысяч прибыли в месяц продавцам. Следующий товар — обычный респиратор. Ну, он правда исполнен хорошо, но это все-таки респиратор. Это фильтр для кофе, бумажный фильтр, $11 штука. Это термоодеяло, которое мы видели в фильмах, там типа накидок. Четвертое место в рейтинге продаж. Это, ребята и девчатка, краска для травы. $30 банка. Траву красят. Прям потемкинские деревни какие-то. Это коврик входной. Какой-то экологически чистый. И все такое прочее.
Это лекарства или витамины для собак. 111 тысяч в месяц прибыль. Это обычная лента на волосы для занятия фитнесом и бегом. И это замыкает нашу двадцатку. Обычная скакалка. Посмотрите на цену, посмотрите на прибыль в месяц. За $20 скакалка. Уму непостижимо. И вот на этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.